Аграрии Башкортостана в этом году приобрели технику на 11 миллиардов рублей. Всего за 10 месяцев у сельхозпроизводителей республики появилось 2400 новых машин. Это на 10% больше показателей прошлого года. В частности, аграрии купили более 500 почвообрабатывающих и посевных агрегатов, свыше 400 тракторов, 175 зерноуборочных и 18 кормоуборочных комбайнов. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, эта работа продолжится, заявили в региональном Минсельхозе. Аграрии обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики на ближайшие годы, не на один год. Да, мы не работаем от сезона к сезону. Текущий год – это рост стоимости дизтоплива и бензина. Это повышение ключевой ставки, крайне невыгодно, крайне некомфортно для производителей. И сегодня в этих условиях аграрии не просто выживают, они инвестируют, они развиваются. И наша задача власти – создать комфортные условия в этих сложнейших экономических, климатических условий наш аграрий, чтобы развивался. Напомню, в Башкортостане действует региональная программа по обновлению технического парка агропромышленного комплекса. Участникам проекта субсидируют до половины затрат на приобретение сельхозмашин.